Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Enter the Gungeon. Окей, давайте, как я говорил, за охотницу, да, сыграем. Полетели. Я не знаю, нужно будет немножко одну вещь прогуглить. Типа, у меня же Full Edition, типа, версия 1.9.2, или это 1.9.1, не помню. Там, по идее, должен быть босс-крыса. И вообще, тут должны быть разные боссы еще новые. Мне вот интересует именно вот этот вот момент. Ладно, поехали. Сразу же, сходу. Неплохо, неплохо. No bad, no bad. И как он мне дамаг нанес? А если бы точнее, чем? Они просчитали, ребята, они все прочитали. О, тихо. Хер тебе, а не сбежать. На уж. Да уж. Ну, я и меткий. Хер тебе. Умудрился он уже убежать. Не так далеко. Короче, когда стреляешь, лучше стоять на... Бред, я же попал. В смысле, ну как это понимать? Оно ж чисто на нем стоит. Не попадает. Так, магазин. С возвращением. Так, бур. Сколько? Это возможно купить? Мне кажется, это невозможно купить. За 9999. Ключи, ладно, там можно. Ну, как говорили, можно купить этот предмет. Мне кажется, ты купишь, знаешь, и тебе пишут. Извините, вы, кажется, читер. Так, босс. Но я буду, если что, бананную пушку брать. Ну, юзать. Буду банановую пушку использовать. Так, хорошо. Золотой сундук. Хотелось бы найти. Хотелось бы найти. Какого черта они здесь уже обитают? Не понимать. Так, пустышка, хорошо. Обычный сундук. Ох ты ж ё. Что здесь лежит? Здесь стена лежит. Секретиком.
Серьезно? Ради одной хпшки. Окей. Ладно, давайте тогда в этот сундук мы потратим ключ. Так, Мегамен Бластер. А вот здесь мы с вами сломаем. Плам. Бананы, поехали. Так, а король патрон. Я понял тебя. Найс. Отлично. О, повязка на глаз. Бей сильнее, но реже. А, скорострельность упала, ё-моё. А хорошо ли это или плохо, я сейчас узнаю. Узнаю. Давайте чисто в этой серии мы будем охотницей. Одна серия, один персонаж какой-то, рандомный. Жалко, что здесь серии рандомить нельзя. А, стой, а мне пустышки. Тут тоже нужны пустышки, подожди. Или тут всегда разная вещь? Нет, ему нужны пустышки. Что-то я повязку не вижу, как она работает. Готово. Ну я уже стоял на месте. Ого, он выскакивает еще из-за столов. А в смысле? Она тоже косой стала? Отлетел. Гоя, короче, схожу сразу, отдам ему. Эти пустышки. Чтоб он мне сделал этот этаж. О, у тебя есть 3, можно я их возьму? Ремонт до лифта? Держи. Спасибо, приступаю к взрыву роботов. Я могу расчистить дорогу, но для этого мне нужны кое-какие запчасти. Чего, бля? А не много ли? Ну ладно, деньги как-то можно будет нас собирать. Хотя хер их найдешь, знаешь так, за такое промежуточное маленькое время. Это если бы у меня вначале уже сразу же было это. Твиток денег, то да. А еще маска. Найс. Ну, айз. 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 Окей. Да, она не метка, хер. Это потому что одного глаза нету.
конечно. Но чувство, когда нет одного глаза. И оно неровно стреляет. А я думал, я сначала винил себя в этом. Кажется, нихера. Тупая повязка на глаз. Я прочту, что она дает. Если... Типа, было написано, что она дает мощность. Что-то я сомневаюсь в этом. Что мощность она какую-то дает. И жалко, что я не могу часть просто дать, да, так сразу. Сразу дать часть, допустим, денег, там, этих же ключей. Ага, так, сюда. А, да, он, видите, типа, наперед стреляет, куда я иду. Это который с электрошоком, да? Либо я могу просто вообще ни хера не открывать. Никакие сундуки, ничего. И может быть тоже как бы... А нет, смотрите, ну я типа ваншочу их. Но у меня все равно меткость типа упала очень сильно. Привет, Линк. Я могу открыть сейчас этот. Давай сейчас еще эти изучим. Посмотрим. Но если так, я куплю лучший ключ. О! О! Они приходят сюда тревожно, наши чертоги. Ищут оружие. Твоя задача остановить их. И наиболее должны внимать мои поручения. Золотой амулет амуниций. Хаотический амулет амуниций. Пустышка. И все за деньги, да? Ну куда же? Даже без этого. Скажу, за бесплатно никто ничего делать не будет. Ха-ха-ха. Пушки. Не, ну у меня ключей не будет. О, ключ нашел. Спасибо. Манать, меткость. А нет, ни хера. Ни хера, урон не увеличился. Неправда. Так, еще, да. Так, полетели сюда. Освободим. Спасибо за помощь. Я дам... Так, я думал, что застрял тут навеки. Может, еще встретимся. А теперь снова в путь. Интересно, кто он вообще такой. Так, у нас получается два сундука, да, на выбор. Ну, вообще, два сундука. Да. 120. 120 и 3. 120, ладно, я заработаю сейчас на боссе. 3. Сори. Ключи, я не знаю, как заработать тебе. Ого, я схожу на босса, посмотрим, если норма будет. Мне кажется, я отличу. И пожалею об этом. Да. Ясно.
Но хотя бы бегать могу. Ладно, я не сдохну здесь. Сука! Говорю, может быть сейчас патрон мастера получу? Получил. Получил, найс. Хороший патрон мастера. Голова демоном. У нас. Нет, я могу только тебе... Извини, чел, я могу только тебе это предложить, монетки. Ключа мне нету. Что мне делать с тобой? Давай я тебе дам то, что у меня есть сейчас. Он не хочет. Я могу это купить, но смысл, если я босса не могу убить? 30. Знаю. Ой, не знаю, не знаю. Ладно, полетели сюда. Что это, кольцо какое-то? Пуля зеленоцветности. Способность уклониться улучшена. Типа быстрее приземляется. Вау. Дроболт. Ни хрена себе. Так, золотой амулет амуниции. Золотой амулет амуниции. Урон от пустышек выше. Ладно. Окей. Окей, допустим. Подождите, это только первый зал? Нет, это... А, все нормально. Сейчас попробуем здесь. Ключ. Ключик. Так, голова демона, да? Ну, попробуем на боссах. Нормально. Ну, это, знаете, в основном нужно притык бить. Чтобы было нормально. А, он даже не ваншотит. Ну, именно с одного попадания. Я думал, как обычно арбалет работает. Бляха-муха. Ё-моё. Окей. Запомнил, тут есть сундук. Полетели сюда. Теперь юзать пустышки мне получается нужно.
Молодец. Умничка. Так, синий сундук. Синий сундучок. Тихо отдыхать. А заметьте, комната в виде смайлика такого. Ха-ха-ха. О, тихо, я понял. У вас тихо, я не ту нажал. Даже два патрона не грохает его. Жопа. Это жопа. Это жопа, жопа, жопой. Ну это пипец. Там нужно два попадания. Ну и чё, ну скажите, ну что это за бред? Когда у тех вообще ни хера нету, уже по боеприпасам. Бананы метать. Хорошо, не буду стрелять, извини. 35-35. Я могу что-то одно купить. Могу ключ. Оружейский муравей. Какая армия? Воу! Воу, воу, воу! Манать. Буду знать. Набедренный каблук быстрее выхватывается. Я, кажется, и так моментально доставал. Я, кажется, и так моментально доставал оружие. Разве нет? Поехали. Диндон. Тихо. Зачем так сложно? Ну почему он меня уже цепанул?
Как это можно так? Он меня уже ударил. У меня уже хп нету. Обычный дробовик. Жесть. Как оно и есть. Не, что-то, короче, с помощью ОБС, если снимать Unzen the Garden. Ну, хотя, да, если смотришь, у нас видосики по часу выходят, то, я думаю, может быть нормально. Окей. А, найс, тихо. Как-то так себе оружие это. У меня только это остается пушка. У меня ключа нету. Мы будем тогда фул зарядку делать. Руку мегамен использовать. КП бы найти где-то. Ну, взрывы, я смотрю, сбрасывают, типа... От, ну, пули вражеские. Уничтожать их. Глупые бананы. Ладно, ключ есть. Что? А ну-ка. Ха. А смотрите, перезарядка типа тратит один банан. Хорошо, приятель. Лови банан. А, давайте руку тогда юзать. Не, заряд, конечно, если бы есть, то он мощный. О, тихо, это нужно на голову. Ну, привет. Думаешь... Давай, давай. А, подожди, я у меня... По деньгам я смотрю. Найс.
Хорошо, идем. Так, лечит. Антитела. Что-то нихера не лечит. Ясно. Делаем, значит, еще один забег. О, сразу быстро сделаем. А хотя, блин, а. Да вам плевать. Нужно было в магазин зайти покупить эти предметы. Ох, мне их 11. Полетели. Зараза. Ну, давай заберем. Какая взрывная компания. Ну типа это мусорный бак, который стреляет отходами. Не уйдешь. Он дерьмовый какой-то. Да, все-таки это из-за того у меня предмета. Дэмэдж уменьшился. Ну не дэмэдж, а меткость. И как раз нужно было с новым персонажем поговорить. И главное, понимаете, в чем херня? Нам тоже яды наносят урон. Все так было и задумано, стрелять в темноту. Так, хп, хп, броня. Крич 25. Я могу, в принципе, мусорную эту пушку выкинуть. Помойную. Чтоб он мне дал денежек. И мы отправимся за лифтом. Ну, к лифту. Так, мне нужно тогда и ключи засейвить. Плохо. Плохо, плохо, плохо. Так, почтовый ящик. А, там, значит, плевать, да, чем тушить? А-а-а. Понятненько. Ну, не знаю, можно, в принципе, деньги эти насобирать, как-то попытаться. Это нужно, чтобы было боссов норма тоже. С босса падало. Я дам. Там рандомный, да, эффект? Как я погляжу. Да, скорострельность нормальная. А, заметьте, он живой. Я тоже это вижу. Пёсик.
О. Противогаз. Дышите глубже. Да, ребятки. Блин, я не знаю, но в принципе... Я могу мусорный бак выкинуть сюда. Я могу вот это выбросить туда. Ну давайте тогда после босса. Это братья курки. Типа этот стреляет этим же. Ай-яй-яй. Блин, минус патрон мастера, найс. О, здравствуй. Черека плюй. Нормально. Давай я ему выброшу эту пушку. Я не знаю, но в принципе можно еще что-то скинуть. Ладно, пускай эти остаются, это имбовые пушки. Нет! Сломать забыл! Сундук, я. Я сундук забыл сломать. Сука. Пипец. Как так? Ладно, три ключа мне для тебя уже найдется. С деньгами вот будет проблема теперь. Теперь с деньгами у нас проблемы. Сюда. Ладно, пока тогда арбалетом попользуюсь. Так, деньги. Что мне деньги не дают? Уже не отдают. Еще по урону. Что у нас по уронам? Один убитый враг — это одна денежка. Хорошо. Возвращаемся. Так, мне осталось только ключик найти где-то. Деньгами уже все можно считать готово. По деньгам все есть. Готово. Ищем плюс ключ, все. Найс. Найс. Вот, почему я типа его теперь не убиваю с одного? Я ж убивал с одного. И этих теперь тоже с одного не грохаю. Я что-то подобрал плохое. Так.
Ну, парень, давай не начинай, типа, о, теперь мне еще что-то нужно. Раньше я просто сюда приходил, все делал, да и все. И здесь еще лежал, я помню, компьютер для получения персонажа одного. Так, большинство запчастей мы достали, но мне надо заказать несколько особых деталей. А департамента закупок. Можешь дать... А, вот, возьми. Мне нужна еще только одна вещь. Источник питания. Для такой работы мне потребуется что-нибудь чрезвычайно волшебное из зала 1. На самом деле это лифты за... Так, работать не на... противовесах. Если найдешь что-нибудь такое, принеси мне. Из зала 1 что-то. Чтобы запитать их. Я потратил, найс. Спасибо. Я думал... Понимаете, он как-то, я не понимаю, много всего просит. Типа тогда просто, понимаете, ты спускаешься вниз, говоришь с челиком и все, и возвращайся. И там, где лифт закрыт был, он становится открытым, и типа ты можешь туда постоянно ходить. Вот сейчас как-то не так. Сейчас какое-то дерьмо происходит, натуральное. Сори, конечно, но оно так и есть. Сори, но оно так и есть. Сделайте ловушки, чтобы работали тоже на противниках, потому что это бред какой-то. Что это просто бред. И почему мне больше боссов не дают этих? Потому что у меня недостаточно предметов. Так, не, го я сначала вниз. То что от телепорта дальше идти. И она снова начинает мазать, если что. Не знаю, нахера. Нахера ты начинаешь мазать? Опа! Что-то новенькое пох... А, нет, это... Выбьешь мишень, получишь приз. Давай. Ту-ту-ту-ту. Мастер. Изи. Блять. Ладно, слушай, неплохо, бери. Подожди, мне дали зеленый. Так, Ольд ССС. Ну ладно. Ну, скорее всего, из первого этажа там имеется в виду щит. Сундука. Чтоб ты всрался, чтоб ты там всрался в этом. Поехали. Провидец.
смысле? Я не понимаю, как это все дело работает. Как это все работает? Пуля зомби. Незаконченные дела. О, найс. Обряд для этой пушки. У меня, блядь, нихера нету. Там. Я опять сундуки забыл. Ну какого черта я забываю ломать сундуки? Мне потому что, знаете, я вот я помню просто вайс каких шиница ломать. Там вообще сундуков. Охренеть, а там есть еще сундуки, точно. Ну, ломать там только сундуки можно, которые каменные, да и все. Сейчас попробуем, что он делает. И нихера, да? Ну, а я зато больше уже не буду это задание выполнять. И то радует. Что за дерьмо? Где урон? Урона вообще нету. Буду этим тогда пистолетом орудовать. У меня до хера пустышек, которых я вообще не юзаю. Не могу я привыкнуть к такой вещи, как пустышки. Ну, это типа просто неподвижно, да? По идее, можно как-то проходить и без перекатов, но это нужно пустышки. И без пустышек можно проходить. Карта. Окей. Готово. Гол за сундуком. А, у меня этих нету. Найс. А, там есть ключ. Здесь есть ключ. Тут золотой вообще. Жди. А, или к торговцу. Лучше погнали к торговцу. У меня жизнь есть.
Так, у меня хотя бы жизнь есть. Блин, да, не знаю. Не, лучше сердца нахер надо. Лучше выживать. Доставлю. Так, сюда поехали. Оп. ХП. Так, где золотой сундук у нас? А, он следующий. Так он в этой комнате. Ясно. Окей. Урона босса. Офигеть. Офигеть. Спасибо, песик. Поехали. Конечно, кто же еще? Он ли танк? Что у нас там еще есть? Арбалет. Что еще есть? Ну, короче, я понял, лучше с дробовиком этим стрелять, да и все. Да ё-моё! Скажи, ну как здесь можно нормально пройти? И со всех сторон херячат. Ладно. Ладно. Ну, в принципе, ребята, как-то так. Возвращаемся, не знаю, мне хватит на что-то хотя бы купить. Следующий, я думаю, сыграю за... Хотя, какой штурмовик? Я не знаю, за кого следующий сыграть, честно. Давай за нее. У нас тогда хорошо за нее, да, вышло? За нее и возьмем. Ну, это я уже буду не сегодня играть, а уже на следующий раз. Иди в жопу. Так, у меня 6 точек. Как раз. Как раз. Полетели. Что у нас здесь? Так, а, так, так, так. Было, было. Дротабол Лика. Несчастливый случай при телепортации. Дроболук стреляет арбалетными стрелами со скоростью дробовика. Дротолук появился в результате неудачного эксперимента использования телепортной сети оружия. Мистер Акреция младший. Музыка сфер. Стреляет так, копиями планет из ведущего Солнечной системы. Собирайте все. Так, собери все 8. Что будет? Нужно было посмотреть, что было бы. Из-за так, обманчивые перспективы эти движущими планетами кажутся широкообразными. Хотя они и гораздо меньше своих прототипов, все равно бьют не слабо. Так, было, 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 было. Было, мусорная. Хламопушка. Вынеси мусор. Так. Импровизированная пушка, которая стреляет мусором и отравляет все вокруг. Опасно для всех в комнате, включая стрелка.
Хорошо. Чем больше хлама несет оружейниц, тем эта пушка мощнее. Имеется в виду оружие, да, сколько несу? Или хлам, подождите, хлам, который я подбираю. Твердолобые. Так, череп поплюй. Даже мертвые пули летят. Так, летают. Это оружие изготовлено Нуиген. Проклятый из склепа оружевшего мертвеца, ставшего привидением. Так, мертвое тело Нуигна все еще лежит где-то в полости. И от его костей происходит все напасти. Вот это еще дерьмо. Ржевские муравьи. Какая армия? Стреляйте тягучими рикошетирующими пулями. Когда великая пуля упала с небес, то пострадала даже земля под оружием. Муравьи, копавшие норы под этажами, достигли чудовищного размера и научились прицельно плеваться. А теперь эти почти вымерший вид. Отдельные представители, которые прячутся в сундуках. Так, дальше. Здесь у нас что? Было. Пули зомби. Незаконченное дело. Случайным образом возвращает боеприпас при промахе. А, вон что. Пролетающие мимо пули иногда восстанавливаются из мертвых и стремятся к цели, к которому они не попали при жизни. Ясненько. Повязка на глазу. Бей сильнее, но реже. Увеличит урон за счет точности. Ну, о чем я и говорю. На этой кожаной повязке выразаны руны, символизирующие договор с Калиброй. Почитаемой оружейной богиней, она благословит каждую выпущенную пулю в обмен на острую восприятие. На острое восприятие. Пуля зеленого цвета воски. Способность уклоняться улучшена. Так, улучшает уклонение. Это древнее кольцо медленно вращается вокруг своей оси, даже когда надето на палец. Его происхождение неизвестно. Что-то я не видел, чтобы оно мне помогло. Око переката это было так. Антитело лечит. Получена возможность поправить здоровье. Экспериментальное средство, назначенное медицинским отделом оружия. Что-то не видел, чтобы оно работало нормально. Золотой амулет амуниции. Урон от пустышек выше. Пустышки наносят врагам повышенный урон. Это зачарованный амулет, изготовленный не из золота, а из патуни или латуни, переплавленная гильза. Но все равно ему очень хотелось выстрелить во что-нибудь. Было. По врагам, что у нас? Были. А, мимик. Имитатор. Сюрприз. Имитаторы очень опасны, так как многие оружейцы теряют бдительность при виде ящика с сокровищем. А некоторые специалисты утверждают, что истинными хозяинами любого подземелья являются имитаторы, ибо только они и никакие другие монстры чувствуют себя здесь как дома. Так. Я еще вспомнил одного врага, который должен быть, по идее, из DLC. Это этот, как он называется? Сейчас, подождите. Ну, я сейчас или нельзя? Рабочий стол только, да, можно выйти. Жаль. Я хотел, короче, посмотреть версию, по идее, должны быть. А есть очень редкий, по идее. Или он не редкий, но он просто секретный, как враг. Стена. То есть, вот подойдем, допустим, мы к любой где-то комнате, да, там к стенке, и стена типа оживет и начнет меня атаковать. Как бы есть такой вот враг, потом есть босс-крыса. Ну, за босса-крысу я вообще не помню, что там нужно и как, чтобы к нему попасть. По идее, еще из нового вот это что вышло, типа там еще что добавили, но не помню что. Поэтому как-то так. Ладненько, давайте тогда на этом, я думаю, закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.